автомобилю хорошо на спуске заряжаться. Все и тратит, что зарядит потом. А то и больше потратит. Представляешь, если бы 100? Нет, эти все-таки караваны, это вообще жесть какая-то. Они здоровые. Но я бы не отказалась от хорошего. Суперская. Желательно с минимальным налогом. Но это невозможно. Шлагбаум. Через 500 метров направо. Направо. Продолжайте движение прямо. Кибитка. Знаешь, на что похоже? На велорикшу. Ну не на автомобиль. Не обгонять его, блин, стрём. Неизвестно, да. Сейчас
14 километров. Спуск. Лолгир опять. Может быть, переключишь? За вот таких вот боязно. Телефон стоит на своей полке.
тебя это не должно беспокоить на 10% годе. Нравится это все. Давай спустимся. Чего? Мне нравится, как они скрипят. Ты что? Я хочу... Знаю, скажу глупость. Я хочу до дома доехать. И что? Если мы остановимся, меня доедем в дом. Я его убрала, потому что он дребезжал и дергал. От зарядки отключила это все. Что-то как буха-то. Блин, Юра, боюсь я. Чё я буха-то? Чё, боюсь? За колодки переживаю, за машину переживаю, за нас переживаю. Знаешь, за сколько мне надо попереживать? Ну, сейчас какой спугнул. Охренительный. Thank you.
Нет там? Автобусов нет. Больше тоже никого нет. Юг там очень крутой спуск. Ну, видишь, он думаю, да. Она, конечно, может и хуже управляемая. А вот чего мы ждали. Мне кажется, у этих водителей нервы, как остальные канаты.
не знаю, что это. Где-нибудь еще есть бабушка. Но тут не станешь нигде.
Не 7. Автобус все пропускает поднимающийся. Я надеюсь, нам обратно подниматься не будет. Слушайте, почему тогда сегодня запирались? Ну не может быть это единственное. Два километра до цели. Посмотрели назад, не знаю, палки на свете горки. Через 500 метров налево. Один километр до цели.
Я не знаю, у нас же навигатор выключен. Наверное, да. Налево. Через 500 метров налево. Пятьсот метров до цели. Налево. Сто метров до цели. Цель достигнута. Машина как раз отъезжает. Ауди, можем встать. И выдохнуть.